Здравия желаю. Значит, заверсаем, значит, пробу. Вот у меня стояла лампа. Вот она. Значит, сейчас только погасла, вот. Погасла, вот. Видите, все. Напряжение упало меньше 3,2. И она погасла. Значит, вчера запустил в 5 часов. Точнее, в 16 часов 30 минут. И сегодня сейчас 16 часов 28 минут кончилось. То есть получается ровно сутки. Ровно сутки отработали эти батарейки. Значит, я вчера показывал. 16 штук, видите? 16 штук, вот они. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. 16 штук. По 4 в связке. Соединенные параллельно. Что мы, значит, получили? Какую мощность? Мощность этого светильника, значит, 4 ватта. Давайте-то помножим. 4 ватта. Тут, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 светодиодов. 4 ватта. Значит, 4 ватта помножим на 24. То есть 96 ватт. Но я вчера говорил, что 100. То есть там еще заряд есть, но просто напряжение меньше 3,2, она уже не работает. То есть лампа. В принципе, так я и угадал. Там еще может, если бы она работала на 2, там на 3, можно было еще посветить. Как раз до 100. Еще часок. Как раз до 100 бы дошло. То есть я угадал, значит. Мощность этой системы 100 ватт. Система готова. Так, это я рассказывал. Чем заряжаем? Вот он, зарядка. Значит, 4,9 вольт постоянный ток. Вот она, 4,9 вольт. Так, не видно. Значит, прочитаю сам. Как раз не видно. Прочитаю сам. И 450 миллиампер. То есть 0,45 ампера. Вот он спрашивал про электронный счетчик, сегодня парень писал прислать. Я думаю, смысла нет. Даже если этот счетчик, значит, хотя это я знаю, что он обычный счетчик. Даже если он не такой, как все, заряжали мы, значит, всего вот эти батарейки вчера 3 часа. То есть максимум по 2,2 ватта, максимум 6,6, максимум 7 ватт. То есть 7 ватт вы взяли на особо там какой-нибудь точный счетчик. Хотя и вряд ли. Вряд ли. Но пусть будет так. И да, все равно получаем, видите, 100 разделим на 7, помножим на 100, 1428 где-то, 1400-1500 КПД. Это для, по, если считать по ихнему, счетчик не такой, но я считаю, что счетчик нормальный, то есть это бестопливная зарядка полностью даже. На 100%. И можете применять. Батарейки я показывал. Вот они, какие применяю. Вот такие. До этого показывал вот на этих батарейках, на плоских. То есть и на этих. И на этих проверка произведена. Вот. Так что все работает. Спасибо вам за внимание. Желаю всем удачи, крепкого здоровья, исполнения всех желаний. И враг уже разбит, и победа уже за нами. Я говорил раньше, что враг будет разбит. Мы уже разбили рептилоидов. Вечная энергия у нас есть. Осталось нам только
закупить кое-какие запчасти, чтобы сделать там мощную, не 100 ватт, а там 3 киловатта там. Ну, для квартиры хотя бы сделать там 500 ватт, киловатт, а дальше и больше. А дальше можно и мегаватты, и гигаватты, и... то есть обеспечить полностью планету Земля бесплатной энергией. Дело сейчас уже не за, как говорится, дело сейчас за средствами, какие у кого средства есть.